без плавенности. Давай, го! Привет! Какого персонажа ты отыгрываешь? Цукими из фэндома «Принцесса Медуза». А тебя как зовут? Меня зовут Саша. Так, что такое косплей? Косплей – это хобби, увлечение для многих людей. Костюмированное шоу переводится с английского. То есть вы перевоплощаетесь в любимых персонажей из мультиков, фильмов, каких-то книг, вообще любых персонажей, то есть даже актеры, какие-то знаменитые личности, которые вас могут вдохновить. И, собственно говоря, когда вы перевоплощаетесь, вы можете порадовать народ своим прекрасным образом, выступить на фестивалях соответствующих. Ну, собственно говоря, вы можете устроить фотосет, красиво создать фотографии на память. То есть ну, это хобби, увлечение. Как давно увлекаешься косплеем? Как попала в косплей? Все началось с того, что я удачно попала в институте в группу, распределили меня, и там оказались косплееры, которые, собственно говоря, познакомили меня с событиями, фестивалями в Москве. Я поняла, что люди, они могут перевоплощаться в любимых персонажей. Для меня это было открытие просто, мне это очень понравилось. Легко ли дается создание образа? Даже самого простого. Зачастую как бы люди могут подумать, а это простой костюм, но вжиться в роль — это действительно сложно. Особенно если эта роль тебе не очень соответствует. Допустим, по внешности ты подходишь к персонажу, и ты все равно хочешь его сделать. Тебе будет очень сложно вжиться в роль. Все ли аниме-фестивали одинаковы? Нет, каждый фестиваль совершенно разный. Он приносит разные эмоции, впечатления, на нем разные люди. У каждого человека что-то особенное, связанное с каждым фестивалем. И для него совершенно разные фестивали по-разному все значат. Ну, если конкретно для меня, то вот данный фестиваль Тогучи является рождением моей косплей деятельности, можно сказать. И он очень уютный и домашний, так что считаю его уютным домашним фестивалем, где я и мой бывший контент победить, можно сказать, и начали свои деятельность. Какие персонажи вам приглянулись на фестивале сегодня? Ну, не считая красивых девушек с крыльями, красивыми крыльями и глазами. На самом деле очень много персонажей мне приглянулись. Вот буквально в нескольких метрах от меня стоит Ферит из фандома Серафим, который я не знаю, но он так красиво выглядит, что вот он мне приглянулся, можно сказать. И выступления, которые я успела увидеть, ну их жалко мало на сцене. Порка Росса был шикарный. Потом, я тоже не знаю, фандома, такой желтый человечек с головой и лапками такими, ну, очень тоже смешной. Ван Панчман? Пачман, это как школу чего-то там объявляли, я не помню. А еще по Лавливу приглянулась девочка из первого блока, она главника, Ника-Ника, она прямо отлично отыграла, прям супер. И еще приглянулся по Джирокеру, за ней шел номер Джирока, выступала девушка в таком платье белом, в черный горошек. Она очень красиво выступила, у нее была шикарная шляпа, и она этим платьем очень так хорошо орудовала. Вот. Ну, в принципе, практически всем мне здесь нравится. Я как бы очень люблю косплей, люблю косплееров. Нравится ли вам организация данного фестиваля? Организация Тогучи всегда хорошая. Как бы уже несколько лет подряд он проходит стандартно в ДК «Прожектор». Все уже знают, как сюда идти, все уже знают, как он устроен внутри. А те, кто пришел первый раз, я думаю, им вполне удобно и комфортно здесь. Ну, так что в целом организация нравится. Программа не отстает по номерам, магазинчики супер, все супер. Да, мне все нравится. В общем, мое пожелание для начинающих косплееров, пожалуй, такое. Если вы хотите сделать какой-то сложный крупногабаритный крафт, какой-то сложный костюм, то лучше либо закажите, и у заказчика сидите прямо над душой и спрашивайте, а как вы это сделали, и наблюдайте, все записывайте, и потом сами это попытайтесь повторить. Либо посчитайте туториалы, есть в инете много туториалов, групп ВКонтакте и так далее, как сделать крупный крафт, но я не советую начинать с крупных костюмов, я советую начинать с чего-то попроще, и желательно, чтобы это был образ
персонажа, в которого вам будет легко вжиться. А опытным косплеерам я желаю веселиться, как я, на фестивалях, и не унывать. Спасибо за сосиски. Ясно говоришь, я же буду использовать против тебя. Даже вот этот момент классный. Ты кто? Ты кто вообще? Ваня, это твой вопрос, я не писала такого вопроса. Женщина, ты кто? Женщина, я не танцую.